приказ ему на запад и в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну. Уходили комсомольцы. Кидая тихий край, ты мне что-нибудь, родная, на прощанье пожелай. И родная отвечала: я желаю всей душой, если смерти, то мгновенной, если раны небольшой. Всего сильнее желаю я тебе, товарищ мой, чтоб со скорою победой возвратился ты домой. Он пожал подруге руку, глянул в девичье лицо: а еще тебя прошу я, напиши мне письмецо. Но куда же напишу я, как я твой узнаю путь? Все равно, сказал он тихо, напиши куда-нибудь. Приказ ему на запад, ей в другую сторону. Уходили комсомольцы на гражданскую войну.